берегах Днепра понятны только людям, чья жизнь – это игра. Одни собрались утром на левом берегу, да выбрали Иуду, что вел свою игру. Вторые через месяц, не став терпеть Иуд, собрались и решили Иуд всех сбросить в пруд. Война пошла зачетная, летели бошки с плеч, да кишки разлетались, тела бросали в печь. Пока эти иуды рубились меж собой, народ все ждал прихода архангела с душой.